Милиционеры перешли на усиленный режим работы еще 8 декабря. Под серьезным кинологическим контролем все детские развлекательные мероприятия. Но основной фронт работы придется на 31 число. В каждом районе республики и столицы пройдут праздничные представления. И главная елка традиционная на Советской площади. Однако в это время этот объект будет ограниченного доступа. Будут организованы контрольно-пропускные пункты, досмотровые мероприятия. Всего у нас задействовано порядка 300 человек непосредственно на площади Советской. Спиртные напитки не допускаются, включая пиво. Стеклянные тары не допускаются, будет организован досмотр. Рядом со зданием Государственного собрания расположится пункт связи для оперативного поиска потерявшихся. Но чтобы не потерять дорогое время, лучше не злоупотреблять алкогольными напитками. Я понимаю, что праздник, но если в сильном алкогольном опьянении не может пояснить, где он и откуда, то его доставляют в отрезвитель. Отрезвитель у нас 31-го также работает в нормальном режиме. 31 декабря в Саранске будет перекрыто движение. С 3 часов дня все подъезды к Советской площади, а с 5 до 8 вечера улицы Коммунистическая, Льва Толстого, Большевицкая, проспект Ленина. После праздничного салюта городской транспорт будет работать в усиленном режиме, так что к новогоднему столу каждый гражданин доберется вовремя. Иван Фисков, Денис Песков, Вести, Мордовия.